Водоем на центральной площади города – любимое место отдыха жителей и гостей Одинцовского округа. В народе этот пруд называют «баранкой», иногда «школьным». Несколько десятков лет назад здесь было поле и заброшенные песчаные карьеры. Один из них и стал впоследствии самым известным городским водоемом, главной точкой притяжения для горожан. Чтобы баранка всегда радовала глаз, ее регулярно чистят. В этом году очисткой занимаются сотрудники Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Специалисты пояснили, что действовать приходится осторожно. У пруда непростая гидрология. Использование мощной техники исключено. Вода может уйти. Поэтому все работы проводятся вручную. Тяжелую гребенку протягивают по дну, срезая водоросли и вытаскивая их на берег. При этом обязательные условия – сохранить растущие рядом лилии. Задача сложная, но выполнимая. Конечно, извлечь все до последнего листочка не получится, но это и не нужно. Главное – сделать зеркало пруда приятным для глаз отдыхающих.